И действительно, кто-то начинает. Любопытно. Любопытно. Сейчас, видимо, было все-таки повреждение, и Катрич готовится. Хотя автор гола получает повреждение. Опасная атака. Вот как раз Катрич с мячом. Катрич в центре, есть Мамаев. Катрич думает, вкладывает мяч в ногу Мамаева. Свисток, опасный штрафной. Вот мы смотрим за тем, как Катрич, выйдя на поле, сразу же. Вместо Михаила Земского, номер 8, в игру вступил Александр Касьян, номер 9. Амир Сулейманов. Пока не так-то заметен. Правда, он остается у хозяев. В итоге удар Альшина заблокирован. И с какой скоростью летят вперед. Входит центральную линию. Тащит Павел мяч. Слева есть у него Катрич. Удар поворотом! Вот давайте посмотрим. Но это другой момент. То ли что, но... Ух ты! Катрич вот сейчас в ответ въехал сопернику. И здесь, наверное, будет предупреждение. Так и есть. Переусердствовал Анатолий. Катрича-то тоже встретили достаточно жестко. Чтобы свою команду в игру вернуть, пока она... Нет, она в игре, но самым прямым образом. Акбашев, остается у него силы, но здесь немножко не рассчитал. Руденко заработал угловой. В ее, на ее дистанции в ФНЛ сейчас желтую карточку получил Багаев. Отложенный штраф. Где-то немножко нагловатой, но, увы, немножко не хватило мастерства.